Она называется «Мелодия». Вот первая песня называлась «Побег», я что-то не помню, сказал я или нет. Вот, это называется «Мелодии снов». Словно во сне не все, а может и нет. По тротуарам грохочут черные сапоги. В этих глазах отражается уличный свет. Кто-то здесь хочет остаться, а кто-то услышит «Беги». И песню, что кем-то не спета, напишет другой. А время разложит по полкам все тайны тогда и сейчас. И кто-то устанет, и кто-то уйдет на покой. Но строй тут же станут другие, хоть нет заменимых у нас. Все дальше от сцены, навстречу вокзалам, перроны, дороги и степи, ведущие вдаль. И поезд уходит, погашены лампы. Кому-то достался восток путешествий, кому-то досталась печаль. Сбега. Плакали вслед нам окна наших уютных темниц. Что впереди ждет, не знали мы наверняка. Но убегали все дальше, слушая пение птиц. Мелодии снова исчезают, и город вновь спит. Упутан ночными огнями, согрет тротуарным теплом. Кончен спектакль дневной, и театр закрыт. И ночь разделяет всех тех, кто выбрал мечты, а кто дом. Навстречу дорогам, ветрам, приключениям, туда, где высокие горы, седые снега. Мы снова вернемся, и словно мгновеньем пройдет это время и кончится лето, но в памяти с нами оно теперь будет всегда. Спасибо. Кстати, там есть диски. Все, да, можно. Антон Свиртин, группа «Складень», город Рязань. Так, сейчас у нас сыграет коллектив под названием «Р-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 Р